Так, продолжаем путешествие нашего Орёнка и Совёнка. Так, на чем мы остановились? Нам сказали покинуть лес, и мы куда-то побежали. Куда, непонятно, бежим сюда. А прикинь, это большая курица на ногах. Это его мамка. Да, она вроде бы умерла. Ну, мама. Не, ну все может быть. Это она. Да. Совушка и такое. Так, у меня тут какая-то... У вас проблема. Да. Оу. Здравствуйте. Когда они все... Ай! Тут где-то вот это... А где? Кто? А, где-то нет, там. Опыт был при входе, но там не было восходящего потока. И как мне с лука стрелять? А, точно. Да не в дупло. Ой, Валя! Нас сейчас прибьет нахер! Да я понял. Она не может выйти? Я застрял. Выйти. Я застрял. Я не могу на это смотреть. Так, стреляешь и вылетай. Вылетай! В бок! Там еще какие-то крики такие жуткие. Жуткие. Так, моб, который взрывается. О, матери божьи, как бы нам сейчас... У нас 2,5 жизни. Две жизни. Даже одна не помню. То есть он взорвался, а это не... Так, окей. Его надо было тут взрывать. Да. Понятно. Камин. Раздуть. А что там было? Колючки, шипы какие-то. У нас просто еще жизни очень мало. Лук. Моба взрывать здесь. Там колючки и... Да. Ну смотри, там еще рядом восходящий поток и слева. Осторожней. Где тут колючки? Там потайная комната. А, понятно. Руда. Руда! И как бы жопой не чиркнуть. Да зараза ты. Ма! Полторы. Осторожно. Ой, жесть какая. Ой, жесть. Да что ж ты побежала-то? Пол жизни. Капец. Что-то. Рано. Они как только попадают в это болото. Да, он начинает резко мазать. Карту временами открывай, чтобы понимать, где мы идем, нахрена мы идем и так далее. Жесть. Вот та-та-та-та. Лук, лук, лук. Да чу-чу-чу. О, жесть. Окей. Зёба. Так, там еще есть портал какой-то. Ага, сюда не заглянули, сюда не заглянули. Какой портал? Где? Ну, не портал, а вот это вот как бы античная вот эта штука. Не знаю, что там с ней делать, не делать. Ничего не делать.
Эх, как бы кнут наш пригодился. О, боже. Нитрит. А там что, за комаром гоняется? О-ля-ля-ля-ля. Пёрышко. И это тоже похоже на скилловое дерево. Нет, ну с пером это прям какой-то облом. Мама. Не дышим. Может, она никуда не уйдет? Походу. Бежим. Мэри, больше не надо в туалет. Простите. Ну все, сейчас начнется гонка от нее. Скорее всего. Так, сейф. Господи. Куда вот я бегу? Еще раз. Две разведки. А там что? Ну, по идее, оттуда мы пришли. Да мало ли. Хотя в той верхней части тоже могут быть какие-нибудь, как называется, эти руды. Что-нибудь, да. Ага. Какие-нибудь доп. Ячейки энергии, жизни. Осторожно. А, это другая сторона этого дерева. Ну, она тут только что была, поэтому вали отсюда. Куда вот перо наше унесло? Может сказать? Перо! Хватайте! Что ты вы смотрите? Что стоишь? Да ядрит тебя! Да что ж ты тормоз-то такой, а? Как вы вообще еще живы? Все, аппетит. Ну, бежим. Ну что ты к нам? Они опять разделились. Мы что, сейчас за сову будем играть? Она укусает в ножку, клюет. Маленькая кошечка. Десантируйся. Да они ж, по сути, почти одинаковые. Ну, такая... 18+. Вот именно. Что-то последние вот как-то вот сюжетные линии, я в шоке, дорогой редакции. Так, слышь, подъем. У тебя там подругу убивают, и ты просрал перо. Ты такой неудачник, что у меня даже слов нет. Стоят что-то... Ой. Тупят. Так, куда вот мы упали? Открой карту. Ага, как же. А, карта, ладно, открылась. У меня, видишь, ни скиллов, ничего. Упс. Блин, что-то только прыжок работает. Значит, так и удобно. То не всегда. Вот сейчас даже прыгать не могу. Ой. Она упала вниз сверху. Капец. Перо! Нет, я понимаю, что у него шок-контент, но... Перо. В смысле? Вы что, охренели? Там даже муки пришли.
ладно. Да ну шо за песос-то, ну? Не, может, это просто они укрыли там одеялком, там типа все норм. Видишь, там вроде шевелится, нет, дышит. Какие-то очень грустные все. Да. Там, смотри, он шевелится. Возможно, дышит. Надышит? Ну, мне кажется, да. Ох. Так, это Сейн. Не плакать. Я не могу. Я эту игру люблю и ненавижу вот за это. Так, мне можно что-то делать. За вот этот совершенно мозговыносящий, просто душераздирающий сюжет. Какой там к черту Голливуд? Да они там вообще писать не умеют. Кто у них сценарист? Скажите мне, я этого человека поцелую, а потом пристрелю. К Титуму пришли. Слина скоро. Сискилобар новой. Ному прошлой части мы все спасали, спасали. Нимо, мауэ котива. Диско, ва. Беда фуа, вазор. Биуа да пада, диуа то сауэ. Вот в песках мы еще не были. Мы опять будем парить. Но она еще жива. Ну, это, да, это понятно. Нам нужно найти 4 вот таких вот света, как вот друзья Сейна, да? А, и тогда они вместе смогут ей помочь. Капец. Это я думала, мы в этой части будем играть на сове. Да, конечно. На сове дали пройтись нам пару раз. Ее ушатали? У тебя слетели скиллы. Сказали, что типа, о, сейчас мы такие ее починим, свет это загорелся, листики распустились, и говорят, а не вышло. Ну да.
Иди сам один по четырем локациям. Да. Кувалда. Лук. Тьфу ты, так, блин. Игрек. А вот перо. Перо. Тоже стало скиллом. Угу. Вообще половину ничего не взяли. Столько квестов. Да капец. Куда идти-то? Ой. А, ну видишь, он сказал, снега. Да? Вот. Первое. Снега. А, светлые озера на западе. Светлые озера на западе. На севере снега. На юге какие-то там болота. И на западе эти горы какие-то. Не знаю, с чего начинать. Глаза разбегаются. Угу. Но если честно, я бы еще раз, конечно, эту луку зачистила, потому что мы там просто бежали. Какую? Вот эту? Руду не взяли, опыт не взяли. Да пытались? А, тут... ну теперь поедить, парить можно. Не открыто, тихий лес на 58%. Парить мы теперь можем. Мы же не могли взять то, что не могли допрыгнуть. Да, попробуем. О. Стоп. То есть оно скилл, но оно кнопка. Какая кнопка, кстати? Да никакая. А, ну это... РТ? А, вы сдуваете объекты ветром. Теперь можно... Понятно. Телекинезом мы обладаем. Такое ощущение, как будто картинка стала это... Посветлей? Наоборот, какая-то такая... Ну, потемней, да. В тумане как будто. Она стала просто как... Ну, это драматизм так просто они визуально передают, дополняют. Кнут. Ой, взрывающийся. Да, иди тебе в жопу. Ох ты ж. Они очень больные. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Надо взорвать этого чувака рядом с... Не получилось. Так, у него три. Он это, апнутый. Ниже. Неплохо. Пол хп. Подохло? Да. Дай бог, от нее надо было наверх куда-то. Да нет, честно, наверх мы залезем по старинке. Тут жуки эти появились, их не было. Блядь. Сючка. Где-то тут был опыт. Не тут. Пролетел, наверное, уже, да. О, он вообще хрен пойми. До болот. Стоп, вот он. И там руда была дальше. Ну, руда там. Руда тут, пардон. На руду-то я не заберусь пока, мне надо сначала туда. Куда? Ты хочешь до колодца? Да осторожно. Нет, плевать. Наверх сначала. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, детка. Вот теперь наверх. Так, с той стороны. А, я ничего не смотрел. Понятно. Ну вот этот чувак-то. А. Колодчик. Вот он. И опыт, который мы не больше через стенку их видели. Нам нужно было найти целителя, но мы его не нашли, потому что мы встретили сову. Там вообще фиг знает. А тут мы были уже в хижине, там очень трагическая ситуация. Пожалуйста, туда больше не ходи, иначе я снова взрыву. Вау. Вот, теперь мы залезли сюда. Долетели, 7 руд. Да.
Да, мы поняли. Так. Просто вот тут надо дочищать, интересно, или нет? Так, хрен его знает. Причем мне нравится. Идите, говорит, вот туда. Туда ни одной дороги, короче. Чисто визуально не ведет. Ничего не знает, что делать. Ну, вот здесь вот только вот какая-то вот. Ну да, вниз. Ну там... Там. Так, ладно. Ну, поехали дальше. Кнут, а, окей. Там плевака внизу. Тут ничего нет. Ну, вот ничего. Ах! Отдаю! Не получилось. Отстал. А-а-а! Развелось-то их. Так, вот тут мы нашли сову. Да. И пошел трэш. Он в двери не пролез за нами. Здравствуйте. А, ну правильно, когда бежали, его почти не видно. Вот это подстава. Это за что ж так? Ну это же вообще нечестно. Ну не видно же, ну. Да, прямо и наверх где-нибудь. Или тут. Или дальше. А-а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 -
У тебя 2,5 жизни. Сейчас перельемся. А тут мы были. Угу. У меня глазик зачесался. Окей. Ой. Ой. Оставь. Я запутался. Сейчас, подождите. Все правильно. На игреке кувалда стоит. Пошла вон. А! Что такое-то? Хрен тут еще такой, как это собака. Убегающий. Да. Секунду. Значит, направо, наверх направо, и там опыт. Где? Вот. А, понятно. Тебе игры... Вот этого не надо было делать. От моба? От него нельзя. Как нельзя? А комара сюда можно? Это! Комар, ну иди сюда, давай, 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 давай. Ты шутишь, что ли? Давай, давай. От комара и туда. Да ты скотина ты, ну. Ну вообще, что ли? Что за моба вообще? Вот, ну? У нас накрячивает. Да. Ой. Ты не та кнопка. Они обиделись и ушли. А ты фонарик раздолбал. О, отлично. Чисто визуально больше пока ничего нет. Угу. Так, поднимаемся. И вот здесь вот. И вот здесь вот. И вот здесь вот. Там наверх еще можно было. Неизвестно, что там. Были. Угу. Были, говорили. Вот с этим вот явно ведь что-то можно сделать. Блин. Да. И ни одного моба нет. Пардон. Опа, а вот и моб. Нельзя его плеваки туда, нет? Или этого притащить туда, нет, нельзя. Да что ж вы. А. Возможно, его можно взорвать там, за... Вот тут, нет? Вот тут вот взорвать. Ой, он косой, капец.
А тут отвязался и улетел уже, да? С кувалды пробить. Зараза. Не, не хочет. Карту чекай. Угу. Ну, тут наверх мы и не попали. Ой! Попробуй от... Да. От плевайки. Ни хрена, у нее там 5 уже, что ли? Она кого-то прибила. Ура! Да блин. Ты на все кнопки жмешь? Нет. Я понять пытаюсь, отъебись ты от меня. Ай. Ой. Давай еще. Ну, сюка. Мало. Сейчас сдохнет еще. Или я сдохну. Нет, ты еще ничего. Так, мы куда-то... А, мы только до сюда дошли. Метр выше. Нам еще выше. От комара надо идти. Здесь мы... А, кнут, кнут. Кнут. И там... Тоже кнут. Все хорошо. Что делать? Как сбивать? Об кого? Об кого? Явно, чтобы эта фигня упала вниз. Но у нас раньше там был долго X удерживать, чтобы если что-то сдетонировало. Ну, ты помнишь, гнездо рушили в первой части, где была арка с гума. Они раскачиваются, да? А мобы-комары сюда не долетают, да? Вот же ж хрень. Что с этой штукой делать? А может она, блин, просто, а мы как дебилы? Может и просто. Окей. Вот еще одна. А, нет, нет. Нет. Ну куда приземлиться-то можно? Хватайся. Понятно. Да ёб... Ну, песос. Я упал вниз. А ведь там еще сверху налево проход. Угу. Как туда забираться-то, я уже забыл, все. Как я там был? Откуда я туда залез? От восходящего слева, что ли?
На, кнут. А! Опять. Ошибка. Ну, зараза. Тебя жрет комар. Да иди в жопу. Ау! Комары жрут, вообще охренели. Да блин! Нет, брось каку. А как перепрыгнуть-то? Ну, у тебя в прошлый раз как-то намного лучше вышло. Тут ни за что не зацепишься. Я в прошлый раз не перепрыгнул. А-а-а. Я упал вниз. Зараза. Есть ветки падают. Ты там что делаешь-то? Очень мало энергии. Да. Алтарь слева. Или это разрушенный колодец? Осторожно. Осколок. Даже непонятно какой. Избыток. Избыток чего? Не знаю. Мы что-то собрали. Угу. Вау. В общем, непонятно что. Избыток какой-то дали нам. Избыток энергии превращается в жизнь. Круто, конечно. А-а-а. Так, тут все, да? Да. Где там эта штука была? Вот это? Восходящий? Нет. Тут это. Ну, блин, это. Кто? Ну, вот это вот. Не понимаю. Ну ладно. Где она? Снизу, что ли? Иди в шопу. На! Еще не долетел. О. Ага. Это гонка. Нет, пожалуйста, давай не да? надо. Нет. Пожалуйста. Ну ладно, ладно. Туда, кнут, кнут. Ну понятно, вот все, что тоже ты сейчас шел. Ну да. Да ну блин. Круто. Мне нравится решение проблем, выход из бомбы. Да. Так, все, фу. Окей, давай туда. Да бессмысленно. Тут ничего не сделано. Локу зачистить? Видишь, тут же нас там сова разделила, сбросила. Возможно, лока продолжается как бы дальше. Да ну что ж вы умираете-то? Эх, две жизни. Куда мне надо? Наверх, наверх. Вот сюда туда, наверх? Что ли? Об кого? Ой, взрывной, взрывной! У тебя полжизни. Будет умайт. Там дают жизнь. А здесь сейчас будет Армагеддон.
А, понятно. Тут нельзя пройти. Вот тут мы бежали с Солушкой, да. Что-то ломали. Только нам надо как-то больше прямо. А туда нельзя. Мы опять идем окольными. Нет, тут ничего нет. Взрыв. Как их много-то. Восходящий. Опа. Колодец. Это не я. Действительно, он сам. Да. Я правильно иду, правильно? Окей. Так, вот тут нас разделило. Страшно. Ты упал вниз? Ну, типа, да. Совёнку нашел потом. Боже, какой-то паучий логово. Это новое логово, судя по всему. Но это одна из тех, которые нам надо. Песочная. Другой вопрос, в правильном ли мы порядке идем, потому что нам их назвали в другом порядке. Что наши живут? Кого-то живут. Мне сейчас бежать не надо. Нам намекают на кнут. Кнут. Так же было с совой. Нужно успеть за определенное время. Восходящий поток, понятно. А дальше. Стоп. Нет, надо за это прятаться. Да понятно. Наверное. Я вот не сейчас не очень. За палаткой. Ай, да без. Ой, опять дурацкая всё. Кнопка. Выковыри ее, ее тресну. Да вот я на нее вообще-то это. Ну, летим. Подъем. Шест. Не Нет. сюда. Тогда я не понимаю. Где еще можно вныкаться-то? Тут какая-то вот эта хрень. Или по шесту выше там? Куда там вообще? Да куда надо-то, я понять не могу. Ну, просто восходящий поток наверх. Да вот он не поднимается. Ну, типа и зависнуть там, в этом мусоре. В каком мусоре? Ну, вот тут мусор какой-то. Что делать? Мусор сломался, и восходящий поток пропал. Жесть. Ну нет. Куда нам выше карабкаться тогда? Что? Ой. Ну, все, песок.
Ладно. Да давай. Я не понимаю. Ну, я тоже. Типа тупо выше, куда вопрос? Да я не успею. Ну, куда? Куда? Ёп. А, типа раньше нельзя. Ну ладно. Может быть, надо на скилл переставить перо? Надо не... Да, надо, наверное, сдунуть эту хрень. Ну, типа, да. Чтобы какое-нибудь ускорение было там, я не знаю. Что менять, правда, тоже не знаю. Что-то сделал, но я не понял, что. Перо на игреке стоит, да? Угу. Что это было? Ну, блин. Это не грех. Да я не понимаю, что, блин, надо сделать. Я думала, перо раздует этот мусор, и мы дальше полетим выше. Перо вообще будет во. Этот сраный парус никак не отрывается. Давай, лети, лети. Я не понимаю. Вот там он сбоку, кстати, классно. Охренеешь совсем? Сбоку такая классная нычка там тоже. Тоже чуть ни хрена не работает. А можно как-то поконкретнее намекать, что от нас требуется? Я не понимаю. Я могу, конечно, так еще часа три. И что толку от этого, то что я эту хрень сломал? Блин, а вниз там это песочек, да, типа да, завален? Да, там песок. Я не понимаю. Лететь и стрелять из лука нельзя? Да можно, а в кого? Во что? В мусор? Расчищать себе путь? Не знаю, но у меня вариантов больше нет. Ну, это как из очевидных таких было. Ну, нет. У меня закончились идеи. Я начинаю стрелять, он падает, меня съедает. Все.
Я не понимаю. Где-то вот сейчас замерло это. Нагнетание угрозы в каком-то месте там сейчас замерло. В каком, я не поняла. Набиваем счетчик смертей. Ага. Просто из-за вот этой тупой непонятной хрени, где просто не... Вот. Да нифига ничего замирает. Я не слышал, чтобы что-то замирало. Я уже и стрелять везде пробую, и перышками стрелял. Тут. А какого хера это раз 200 подряд не сработало? Я уже здесь сколько раз был-то? Серьезно? Это круто. А дальше нам куда? Куда? Кнут. Кнут. Прыг. А, нет? Нет. Сейф. Блядь. Не ползи вверх. Куда, направо, налево? Да подожди. Меня спалили. Открыто! Да блин. Бей отсюда. Я же прятался уже здесь, да, несколько раз. Я тоже не понимаю. Поэтому я и... А зачем так людей избивать, чтобы мы потом еще 3 часа думали, а что бы сделать? Идиотизм какой-то. Так, окей, а вот здесь потом куда? Ну, узнаем. Я бы больше спрашивала, как. Быстро, быстро, вертуханы. Бежим! Колодец. Кажется, у меня вспотело все. Ну все тогда. Дальше потом, смотри. А как руду откапывать? А никак. Да ну, лопаты хрень. Нет. Нет, это песос вообще просто. Ну нафиг.